Здравствуйте, это выездной выпуск программы «Актуальное интервью». Сегодня мы во дворце, знакомом каждому севастопольцу, во дворце детского и юношеского творчества. И о том, как самые маленькие жители нашего города открывают для себя волшебный мир музыки и песен, нам расскажет руководитель хора «Росинка» Елена Алексеевна Петрова. Елена Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, хор «Росинка» связан с хором «Жаворонок», да? Последний известен в нашем городе давно. Все-таки «Росинка» – это отдельный коллектив или подготовительная группа «Жаворонка»? Я педагог дополнительного образования Петрова Елена Алексеевна, руководитель хора «Росинка» и хора «Светлячок», творческое объединение «Жаворонок». Наш художественный руководитель – это Федотова Марина Александровна. И концертмейстер наших младших хоров – это Перекопная Наталья Александровна. Поэтому у нас в нашем творческом объединении 4 хора. Это «Светлячок», «Росинка», «Капель» и «Жаворонок». Поэтому мы как единое целое, мы единый коллектив, поэтому у нас нет различий на какие-то определенные хоры. В общем, мы единое целое, да. Получается, что вы ведете хор «Росинка» и хор «Светлячок». «Светлячок», да. Это наши самые малыши. Хор «Светлячок», возрастная категория детей – это 5-6 лет. Это самые маленькие, самые любимые. Там обучаются детки 2 учебных года. Потом следующая ступенька после «Светлячка» – это хор «Росинка». Детки там обучаются также 2 года. Это деткам у нас 7-8 лет, первый-второй класс. Также обучаются 2 года обучения. Поэтому моя программа рассчитана на 4 года обучения подготовительных групп. И так как я работаю с маленькими детками от 5 до 8 лет, мои цели и задачи успешного обучения – это в первую очередь заинтересовать детей, их живое эмоциональное отношение ко всему тому, что они узнают о наших занятиях. И, конечно же, привить музыкальное искусство, открыть двери в мир музыки. Нам помогает, конечно же, музыкальное творчество, которое у нас происходит на наших занятиях. И все это у нас происходит также в игровой форме, чтобы деткам было интересно, радостно, занятно и не скучно. Почему именно такое вот возрастное ограничение с 5 лет, ни раньше, ни позже? Ну, потому что детки должны быть как бы более осознанно, да, прийти. В 4 годика они еще просятся к маме на ручки, плачут. У нас и были такие моменты. Мы брали деток меньше по возрасту, и, конечно же, успехом это не удалось это сделать. Поэтому детки просто должны понимать, что они приходят на занятия, что они приходят трудиться, заниматься, да, слушать педагога в первую очередь, да, а мамочка с папочкой подождут в фойе, прогуляются и подождут своего ребенка. Поэтому только с 5 лет детей принимаем, и у нас получается с 5 до 18. И в 5 лет, наверное, ребенок уже сам может, ну, определить, что именно он хочет петь, да, или все-таки чаще родители хотят, чтобы ребенок занимался вокалом? Конечно же, родители приводят детей на занятия. Почему приводят? Опять же, очень много сейчас деток, особенно маленьких, в 5-летнем возрасте, у них нарушена речь, дикция, артикуляция. Поэтому, когда они приходят к нам на прослушивание, я спрашиваю, почему именно к нам? Посоветовал логопед, потому что, ну, впоется, выговаривается и так далее. Поэтому дети приходят именно, многие именно с такими проблемами, поэтому мы на занятиях поем много упражнений, распевок, много песен, поэтому логаритмические игры, поэтому у детей не только развивается музыкальный слух, интонация, но и память, потому что очень много песен, текстов. Ну, и получается, это не только творчество, но и такая своего рода терапия. Да, конечно, да. А сколько у вас воспитанников? Если взять все творческое объединение, начиная от «Светлячка» до «Жаворонок», это около 200 детей посещает наши занятия. А самых маленьких? Самых маленьких, вот у нас есть в «Светлячке» групповые занятия, в «Росинке» тоже групповые занятия. У «Светлячки», там, где деткам у нас 5 лет, получается 25 ходят 100%. И в дождь, и в снег, и в зной, и в жару, потому что мы любим деток, мы любим свою работу. Детки к нам сразу откликаются, поэтому стараемся занятия проводить интересно, в игровой форме, чтобы было интересно. А давайте подробнее о том, как строятся занятия. Вы сказали, что они групповые, то есть вот детки приходят к вам, и что вы делаете? Еще раз, да, скажу, что у нас в «Светлячке» групповые только занятия, в «Росинке» тоже групповые занятия, в хоре «Капель» у нас
когда уже после подготовительного уровня, после моего, детки переходят на следующую ступень в хор «Капель». Там у нас руководитель Федотова Марина Александровна. Там тоже у нас групповые занятия, но с рекомендацией Марины Александровны дети могут посещать индивидуальные занятия, чтобы как бы развиваться дальше. Если Марина Александровна слышит, что ребенок поет чисто, интонация, как бы ребенок старается, трудится, развивается, то если Марина Александровна посчитает нужным, то будет работать с солистами. И также у Марины Александровны есть групповые индивидуальные занятия, чтобы как бы контролировать также все вокальные предпочтения. Как проходят занятия малышей? Вы говорите, там есть распевки. Что еще? Мы поем распевки, упражнения. У нас большая работа над дыхательной гимнастикой. Мы работаем по Стрельниковой, потому что для вокалиста это самое главное, это дыхание, чтобы ребенок пел правильно. И хороводы вводим, и стихи рассказываем под музыку, логарифмические упражнения. Также много поем песенок всяких детских, да. Ну, светлячки мы поем, ну, более детские песенки, там кошечки, собачки у нас, все яркое солнышко. А когда уже переходит в хоросинку, в хоросинке мы точно так же. Упражнения, распевки, логарифмические игры, много произведений. Там уже включается у нас более сложный репертуар. Там у нас и обработки народных песен, классические произведения зарубежных композиторов, русских композиторов. И также современные произведения современных авторов. Ну, поэтому как бы с каждым разом, дети, переходя с одной ступени на другую, ну, растут. Поэтому все труднее и сложнее задачи как бы с каждой ступенечкой. Вы сказали, что у вас самых маленьких 25 воспитанников. Ждете ли вы новое пополнение в этом учебном году? Ой, мы не только ждем, мы будем очень рады видеть наших дорогих родителей с их детками на нашем прослушивании, которое состоится 25, 28 и 30 августа с 16:00 до 19:00. Это можно прийти, ну, в любой промежуток этого времени. Как у нас строится прослушивание? Конечно же, мы знакомимся с родителями, знакомимся с ребенком, рассказываем о нашем коллективе, знакомимся с нами, с педагогами. Просим ребенка спеть песенку, чтобы послушать его интонацию. Да? Проходит ритмический рисунок. Также за педагогом повторить мелодию простую или там какое-то упражнение, чтобы опять же послушать, как он интонирует, чисто, не очень. Но так как мы берем всех детей без исключения, исключение только из правила, это если какие-то врачебные показатели. А так мы, так как у нас обучение бесплатное во дворце, мы берем всех детей, но может только попасть тот, кто не хватит кому места, потому что ограничены у нас группы. Вот малышей у нас 25 человек, да, может быть, в группе. А в хоре «Росинка» тоже до 20 человек. Бывает такое, что приходит количество больше, и, ну, по возможности всех не удается, да, взять к себе. А если приходит большее количество, как вы выбираете того, кого взять? Кто первый пришел или все-таки по каким-то способностям? Нет, естественно, только по способностям, да. Поэтому прослушивание и делается для того, чтобы выявить какие-то, да, вокальные все данные у ребенка. Поэтому не тот, кто пришел, тот молодец, тот первый, да. А у кого есть способности, у кого есть вокальные данные, то, естественно, в первую очередь, да. А остальным, как бы говорим, приходите на следующий год, что будем работать, стараться, трудиться, развиваться, и тогда все получится. А было ли такое, что вот на прослушивании ребенок казался, ну, совсем не музыкальным, а уже в ходе занятий вот у него раскрылись способности? Были такие случаи, потому что детки вообще приходят первый раз, они видят педагога первый раз, да, они как бы, ну, раскрываются как бы не сразу, да, и зажимаются. Ну, то есть не стоит бояться того, что ребенок, возможно, не совсем музыкальный, но хочет петь, да? Да, главное, да. Это, наверное, трудолюбие и вот упор. Трудолюбие, дисциплина, да, упорство, да, и, конечно же, очень много зависит от родителей, да, в первую очередь, потому что родители должны, в первую очередь, быть терпеливыми к этому отношению, да, потому что родители приводят ребенка, да, опять же, вот мой там Петенька на стул встал, песенку поет, такой молодец, а приходит в коллектив, да, приходит в хор, да, он поет, но многие дети не поют, а разговаривают под музыку, да, а мы именно учим детей культуре, культуре вокального искусства, поэтому задач у нас очень много, да.
Вы как бы готовите подрастающее поколение для более старшего хора «Жаворонок». Да, да. А все ли ваши воспитанники попадают на вот эту более высокую ступень? Получается, после подготовительного уровня, после росинки, детки переходят на следующую ступень. Это хор «Капели», да, там я уже говорила, Марина Александровна у нас руководитель этого хора. Также в этом хоре добавляется предмет сольфеджио, обязательным предметом, для чего он нужен. Да? Дети там и более углубленно изучают нотную грамоту, музыкальные термины, музыкальные лады. Для чего это? Для того, чтобы наши все хористы, маленькие все дети, да, пели по хоровым партитурам. То есть не просто пели мелодию, да, со словами, но умели ее сольфеджировать, то есть петь по нотам. То есть такое полноценное, да, музыкальное, да, образование. Да, 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 да. Так, ну, а все-таки сколько вот учеников, да, воспитанников продолжают, да, заниматься вокалом дальше с возрастом? Ну, мне как бы очень рада и очень достойно видеть тех деток, которые от маленького, да, которые пришли ко мне в 5 лет и сейчас поют в хоре у Марины Александровны, видеть их, это, конечно, очень приятно. Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы они шли от малышей до самых высот, как бы стремились к этому, да, но в жизни все бывает, конечно же, да. Какие успехи у «Росинки» и «Светлячка» сегодня? Участвуете ли вы в концертах, каких-то мероприятиях, конкурсах? Сразу скажу, что в «Светлячке» мы в концертах, в фестивалях не участвуем. Они у нас еще маленькие, мы надо еще трудиться хорошо, да, добиваться успехов. Мы для родителей делаем только открытые занятия, открытые уроки, для того, чтобы родители посмотрели, чему ребенок научился за это время, да, посмотреть его навыки, умения, знания. А с «Росинкой», да, мы выступаем. «Росинка» у нас концертная группа. Ежегодно мы выступаем на региональном конкурсе. Это и «Таланты Севастополя», «Поет юность Севастополя», «Артбухта». В 2019 году мы ездили в большую поездку в город Сочи. У нас была такая, да, большая, огромная поездка. Первый раз была такая выездная прям, да. Привезли оттуда 3 диплома лауреатов первой степени по номинациям академический вокал, народная песня у нас была и военно-патриотическая. Дети очень любят военную страничку петь. Вот. Также участвуем в «Корабеле». Культурный комплекс «Корабел» делает конкурсы, фестивали. Также мы там участвуем. Это «Таланты Севастополя», это «Голос Победы», тоже военно-патриотический конкурс. Также в пределах дворца, естественно, да, выступаем, на площадках, внутри дворца, потому что у нас очень много мероприятий. И вот сейчас будет и 1 сентября, День знаний, и к Новому году мы готовимся. Конечно же, наши отчетные концерты большие, да. Поэтому хотелось бы тоже сказать огромную благодарность родителям за терпение, за помощь, за воспитание детей, потому что мы делаем с вами одно большое дело. Мы работаем с вами в творческом тандеме, потому что прибиваем в первую очередь любовь к музыкальному искусству и любовь к хоровому пению. Подробнее о репертуаре. Вы сказали, что хор был лауреатом и в народной песне тоже. Получается, вы поете не только какие-то классические произведения, академические, но это и народный вокал? Каков репертуар? Что вы поете? Мы поем академическое, да, у нас пение. Поем современных авторов, да, как я уже говорила. Мы не то, что поем народные, да, песни, это народные обработки песни. Например, композитор, например, Брамс, а обработка, например, народная. Вот. Тем более, а когда в народном песенках у нас, когда есть, дети очень любят движения, все эти там радостные, веселенькие, с топотушками. Да, ну, деткам нравится. Да, деткам нравится, да, и зрители тоже, потому что мы не просто стоим, да, ну, как бы выражаем все свои эмоции через какие-то движения. Ну,
полноценное такое хорошее выступление самых маленьких детей. Ну и какие планы у вас на этот учебный год? Может быть, что-то вот воспитанников ждет новое? В первую очередь хотелось бы, конечно, пожелать здоровья всем, всем родным и близким. Берегите себя. И в связи с нашим положением, которое сегодня происходит, в связи с пандемией, конечно, очень трудно загадывать что-то наперед. Я имею в виду какие-то выездные поездки за пределы города Севастополя. Конечно же, они у нас как бы есть, там все у нас, да, в голове, все у нас задумки есть, но то, что касается Севастополя, это, конечно же, ну, все площадки города Севастополя, внутри дворца также, опять же, региональные концерты, конкурсы, фестивали «Артбухта», «Поет юность Севастополя». Конечно же, там будем участвовать, да. Дай Бог, чтобы все было у нас хорошо, все наладилось. Будем надеяться на лучшее. Ну и в завершение, Елена Алексеевна, вы как сама воспитанница дворца, которая пришла сюда в очень маленьком возрасте, ну, поделитесь, каково вам сегодня воспитывать вот это подрастающее поколение любителей музыки и песен? Да, волею судьбы я в 5 лет, мама привела меня во дворец. Я занималась в хоре «Зернышко» у Сыромятниковой Раисы Анисимовны. И, кстати, в то время концертмейстером была Перекопная Наталья Александровна. И учится вот, и до сих пор, да, вы с ней работаете. Да, я работаю с Натальей Александровной, да. Очень этому раду, да, она мне большая помощница, моя правая рука. Также работаю в творческом тандеме. Ну, я думаю, что это большой плюс, что в хоре есть и молодые достаточно педагоги, и уже с таким хорошим массивом опыта. Да, я работаю уже до 15 год здесь, во дворце. Конечно, очень этому рада, потому что я люблю свою профессию, я люблю свою работу, я люблю детей. И поэтому люблю, конечно же, хоровое искусство, хоровое пение, потому что без этого, чтобы развивать культуру, в первую очередь, наших детей. Ну, наверное, это самое главное – любовь к своему делу в абсолютно любой отрасли. Спасибо вам большое за беседу. Будем надеяться только на лучшее и надеяться, что к вам придет новое талантливое пополнение самых маленьких севастопольцев. Я напоминаю, что это был выездной выпуск программы «Актуальное интервью». И сегодня мы беседовали с руководителем хора «Росинка» Еленой Алексеевной Петровой. Спасибо за внимание. До новых встреч.